Грид ставит на Белиала, Руфус ставит на Эджа. Итак, бой начинается. Они играют Mirror оба мясорубами. Так, если я не ошибаюсь, Белиал сейчас находится слева, Эдж справа. Бросочек, Эдж не рвет. Белиал ловит вив. Еще ставка. Фантазин поставил на Эджа, Капабланка поставил на Белиала, тоже по 200. Эдж закомбил, Эдж сейчас в одном миксапе оба игрока находятся. И Белиал не угадывает ги, сделал рандомненькое ги и отождрал 2 КБ, оттянутое от Эджа, и Эдж победил. Эдж не угадывает миксап лоу-мид. Мисруги, они одни из самых страшных в этой игре. Хороший джазгард и паниш от Белиала. И это победа. Уверенная победа за Белиалом. Посмотрим, сможет ли Эдж предоставить ему сюрпризик какой-нибудь. Эдж опять не угадывает миксап лоу-мид. И еще раз не угадывает, лишается уже чуть меньше половины хп. Дел не отгадал бросочек. Противники только жрут и жрут, жрут и жрут. Контр-хит в нормал-хит. Практически ничего не попадает в блок. Все отжирается. Ох, вот эта реакция. И вот это попал Эдж. И 2-1 по раундам. Эдж очень уверенно играет против Белиала своими мясоруги. Хотя я уверен, что он не мог очень много на тренинг против него. Белиал не рискует делать никакими джазгард. И неужели это еще одна победа за Эджем будет? Но миксап. Эдж угадывает, но не делает степ и не панишит. Еще миксап. Бел на этот раз Эдж не угадал. И Бел не угадывает, и это победа. Да, это победа Эджа в первом раунде. Вау. Я, честно говоря, даже не ожидал этого. Потому что Эдж такую прыть проявит за Мицуруги, за которого он не так давно играет. Это если Эдж победит сейчас Беляла за его же персонажа. Я не знаю, Белиал, наверное, дропнет СК. Так, я, наверное, немного громко говорю. Я отвлекаю игроков, поэтому я чуть-чуть отодвинусь. Буду говорить чуть тише, чтобы они меня не слышали. И тем временем Белиал очень уверенно забрал первый раунд второго боя. Ну что ж, рискнул сделать Юкеми Джазгар Белиал, но не получилось. И из-за этого отожрал больше, чем наполовину хп. Ох! Это очень хороший дамачок. Белиал очень круто отстейпил. Много угадывает. Тут говорят, что Белиал любит мироры. Видимо, Белиал садаптировался и не угадывает Белиал. Они в равных хп. Эш не доделал 2 КБ, но все равно забрал этот бой. Вау, как напряжно-то они играют, прям на равных. К сожалению, Эдж запорол продолжение комбы. Не угадал, словил контр-хит 2 КБ. Плечо, 12-фреймовое плечо. Очень страшно на сруге, если я не ошибаюсь, оно еще до кучи хай-краш. Бел не смог завив панишить 6 ББ. Еще одно плечо. И это еще одна победа. Невероятно, Эдж. Эш побеждает Белиал за мясоруги. Я буду говорить слаботом, потому что Арис меня заставил. И на этот раз Эш не угадал миксапчик. Неплохой степ. Вифпаниш. Фуксис. Как тречит 6-8 у мясоруги. Как сладко оно тречит. Эш решил пойти на дамаг. Не миксапит. Рвет бросок. Белиал не доделает 2 КБ, но побеждает. Сделав оттяг. 2-2 по раундам. Напомню, первый бой взял Эш. В очередной раз тычок в глаз попадает. Ударили по башкам друг другу игроки. Так, Эш угадывает миксап. Бел угадывает миксап. Паниш. Это очень много дэмэджа, потому что там еще клинхит был. Это Ибелял. Нет, не забирает это. Эдж угадывает, он отстепил, но запарывал комбу и проиграл. Эдж не очень уверенно делает CE за Мицуруги. Видимо, нужно было больше тренить. Счет 1-1. Арену игроки не меняют. Очень напряженный бой. Хорошее начало от Белиала. Угадывает бросочек, но не панишит. Плечо, да, наконец. И второе плечо.
Как будто Эш брал просто уроки у меня, делать БТ-БК постоянно, пока противник не сожрет его. Так делал раньше только я. Но теперь Белл не сделал Часгард, но угадал бросок и выжил, но все равно не смог забрать этот раунд. Так, паниш от Беляла. Не смог он насадить. Работано блоком. Работано броней. Эдж не угадывает. Но угадал вейк. И зачем он сделал БЕ? Он мог влить метр в 236Б. И тогда нанес колоссальный дэмэдж там. У Белиала уже горит броня. И это вифует, но Белиал там не сьюкемился. И второй удар попал. Несмотря на то, что первый вифнул. 2-0 по раундам. Во второй. И Эдж панишит. К сожалению, не было метра у Эджа, чтобы нанести фулл дэмэдж. Белиал очень круто отстепил оттяг. Он знает, как это делается. И опять он угадал оттяг. Подошел и ударил 3Б. 2-1 по раундам. 1-1 по боям. Убив паниш через 2 КБ. Еще 2 КБ Эдж блочит. Паниш, фулл паниш через ЦЕ. Около половины ХП снял сейчас Эдж. Белиал не угадывает. Белиал... У Эджа огромный лид по ХП, но он сейчас его практически теряет. В одном миксапе буквально Белиал сейчас. Но он старается. Угадывает. Теперь оба... И Эдж забирает второй бой. Зрители ликуют, все болеют за Эджа. И только один грид. А, и Капабланка тоже поставил за Белиала. Но я не знаю, мне кажется, Капабланка уже поменял свое мнение. Хочет поставить на Эджа. Это очень крутой дэмэдж. Эл теряет почти все свои ХП. Пытается что-то противопоставить. И этот перфект он забирает. Бой. Невероятно просто. 1-0. Счет по боям, напомню, 2-1 в пользу Эджа. Никто такого не ожидал. По крайней мере, я точно. Эдж в огне, Эдж очень круто миксует. Я мало что может угадать против него. Это... Неужели Белл сейчас упадет в лузера? И Белл забирает этот раунд, Эдж не угадал миксапы. Упсис. Белл пытается покать Эджа. Эдж вифает 3Б. 2КБшечка. Эдж уже потерял больше половины ХП. Белл прочитал. И перфект забирает второй раунд. Свою копилочку. Я хочу, чтобы этот бой сейчас выиграл Эдж. Ой, Белл, чтобы мы увидели еще один бой. Так, неужели второй перфект? Да, два перфекта подряд забирает Белл. Эхорус пишет в чатике, старик тащит. Или старик... А, нет, старик тащи. Но старик тащит, как только может. Чуйка не подводит Белиала в этот раз. Он угадывает бросок, он угадывает колено, удачно вставив туда оттяг. И не угадывает оттяг во второй раз. Эш випает. Так, миксапы. Да, это раунд за Белиалом. По-моему, Эд стал немного нервничать. Ему нужно успокоиться. Победа буквально у него в кармане. Осталось только забрать ее. Миксап. О, господи, какой дамаг с одного удара. Просто невероятно. У Эджа не было метра на... Это не рингаут. А Монпы. Белиал порвал ашный бросок, чтобы не улететь. Эш кинул его бэшным. Паниш через 2 КБ. Еще 2 КБ, это победа Эджа. Какой хайп. Это, наверное, я не побоюсь этого слова, но, по-моему, это самый хайповый, самый крутой бой сегодня у нас. Мы с вами наблюдаем. Разве что с ним может сравниться мой бой с Руфусом. Но, к сожалению, я там много порол. Так. Я не угадывает бросочек. Не угадывает ли... Этот... Гекемидж Асгард. Эрш не угадывает, но Белл не извлек фулл дэмэдж и добил его 1К. Просто 1К. Матчпоинт за Белиала. Очень напряженная игра. К сожалению, Эрш не угадал, но Белл почему-то не влил метр. Лишается половины ХП Эрш. Угадывает 3Б.
И это победа за Белым. Нет, Бел... Да. Филиал затащил, но это невероятно. Это просто невероятно. Браво. Браво Эджу.